На очередную благотворительную акцию по бесплатному консультированию, организованную нотариусами Брестского нотариального округа по адресу Мицкевича 3, записалось 18 человек. Желающие подавали предварительную заявку по телефону, обозначив вопрос, а затем во избежание очереди приходили к назначенному времени. На протяжении нескольких лет Брестская областная нотариальная палата по предложению Главного управления юстиции совместно проводит акцию, посвященную Дню Конституции Республики Беларусь, во время которой консультируются граждане по многим вопросам. Уже за этот период к нам присоединились и адвокаты, и органы принудительного исполнения, и органы ЗАГС, и органы социальной защиты. И теперь на этих мероприятиях граждане нашего города могут получить консультацию комплексную от большого круга специалистов. Самыми популярными темами по-прежнему остаются вопросы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров и отчуждения недвижимости. На свои запросы каждый из пришедших мог получить компетентный ответ сразу от нескольких специалистов. На мой взгляд, мероприятие полезное. Вот совершенно недавно узнала я о том, что граждане, обращавшиеся где-то осенью, по-моему, ко Дню матери на акцию, разрешили свой вопрос, который до этого несколько лет считали неразрешимым. То есть тут каким-то коллективным разумом помогли найти выход из сложившейся ситуации. Это не может не радовать нас. В целом, эта акция является одним из мероприятий в рамках правового просвещения граждан, которые ведутся на протяжении более 10 лет в нашей стране. Это и семинары, и круглые столы, прямые телефонные линии, выезды в трудовые коллективы. Всего же в День Конституции в нотариальных конторах и нотариальном бюро Брестской области бесплатно проконсультировалось 736 человек. Людмила Лагутич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.